Всем привет, это VXP, и это мой первый туториал по созданию маус-турели с помощью инструмента Acer. Так, берем этот инструмент. Вот, у него, как видим, настроек нету, значит просто его спауним. Так, вот сторона, на которую я смотрю, это как бы центр нашего фейсера. Сюда и будем ставить турель. Берем турель и спауним ее пока не на фейсер, так как турель будет стоять криво. Так, теперь берем инструмент No Collide и No Collide турель с фейсером. Так, теперь ставим турель как можно ближе к центру нашего фейсера. Я не пользуюсь Weld'ом, так как он, как и просто если бы мы поставили турель на фейсер, ну, то же самое было бы криво. Поэтому ставим вручную. Но чтобы было ровно. Я знаю, это достаточно сложно, но по-другому никак. Так. Сейчас. Здесь еще чуть-чуть повыше. Вот, да, примерно так. Теперь скрепляем и расфриживаем турель, но фейсер оставляем зафриженным. Так, теперь спауним любой под, ну, допустим, мне нравится такой. Так, значит, с этого пода будем осуществлять управление нашей турелью. Так, берем Tool Advanced Pod Controller. Вот. И ставим его на под. Но мы еще не соединили его с подом. Так, для соединения надо нажать правой кнопкой с тем же тулом. С Advanced под контролем правой кнопкой и правой кнопкой по поду. Все. Как видим, слева написано Advanced под Linked. Ну, то, что нам и надо. Так, теперь берем константу. Значит, число значений одно. И это самое значение будет 1. Так. И тоже ставим его на под, чтобы сэкономить место. Так, берем wire. Какой вам нравится wire? Advanced wire. Я выбираю advanced. Он удобней. Так, как видим, у фейсера есть 4 входа. X, Y, Z и on. Соединяем X, Y, Z фейсера с X, Y и Z Advanced под контроллера. То есть, соответственно, X к X, Y к Y и Z к Z. Так. Теперь для включения нашего фейсера, ну, чтобы он двигался при смотре, нужно посылать на вход он единицу. Но с Advanced под контроллера эту единицу можно посылать, но она не будет залипающая. То есть вам нужно будет нажимать какую-нибудь кнопку, например, Space, чтобы включить кручение. Вот. Ну, я специально для этого поставил константу на 1. Так легче. Вот. Соединяем фейсер. Ну, вход фейсера он с константой. Так, теперь, вот как видите,
Фейсер стал носом туда, центром. Так. Теперь, ну, строили все просто. Соединяем Fire с любым вам удобным выходом. Вот, лучше на Mouse 1. Привычней. Так. Теперь делаем прицел. Значит, наводим на Advanced под контроллер. Как видим, тут много этих входов. Значит, выбираем из них Crosshairs. Щелкаем и соединяем с тем же Advanced под контроллером выходом Mouse 2, то есть правой кнопкой мыши. Ну, как вам удобно, можете на Space тот же или Shift, как вам удобно, это получается будет появляться прицел. Я поставлю на правую кнопку. Так. Ну, так, ставим повыше, чтобы... Так, и садимся. Нажимаем правую кнопку. Как видите, появился прицел. Я не знаю, тут такое качество видео будет, я не знаю, видно будет вам прицел или нет, но он появился. Вот, как видите, фейсер двигается вместе с прицелом. То есть направляет свой центр прямо на прицел. Вот, а в центре у нас находится турель. Проверяем. По центру. Все нормально. Ну, так можно в каком-нибудь дэтматче установить такую вот турельку и мочить всех врагов. Вот. Тут есть вот... вообще у фейсера много особенностей. Я расскажу про одну. Когда наводишь прицел на сам фейсер, то фейсер поворачивается, и вы как бы стреляете в себя. Вот. Ну, вообще, он-то, ну, как, повреждений не придает, потому что вы находитесь на поде, и как бы недосягаемо почему-то, ну, вообще, плохо. Особенно при дэтматче. Спаунил под, сел, и все, никто достать не может. Вот. Ну вот, маус, турель готова. Так, всем удачи.